Меня зовут Клавдия, и сегодня я вам расскажу, как поступить в ВУЗ в Анталии. Для начала вам необходимо собрать пакет документов, это ваши аттестаты, характеристики, заполнить формы документов учебного заведения и отправить его вашему агентству, которое оформляет вашу процедуру поступления. После этого мы с вами заключаем договор, выставляем счет на обучение, вы оплачиваете обучение и подаете документы на визу. По прибытии вы привозите оригиналы документов, и на месте мы уже вас легализуем и оформляем вид на жительство. Академия туризма в Анталии помогает выпускникам в трудоустройстве. За счет чего? Дело в том, что наш учебный процесс выстроен следующим образом. Студенты полгода обучаются, полгода проходят стажировки. Во время стажировок студентам уже предоставляется проживание, питание, заработная плата. Это шикарная возможность закрепить знания иностранных языков, и это является стартовой такой площадкой для дальнейшего трудоустройства. По статистике выпускники трудоустраиваются именно в те отели, в которые проходили стажировки, а места для стажировок мы вам предоставим обязательно. Стоимость обучения на русском языке 5000 евро за учебный год, на английском языке 5500 евро за учебный год. Вы можете подавать документы до 1 мая и оплачивать, тогда у вас будут скидки порядка 500 евро. Стипендий, к сожалению, нету, но студенты получают заработную плату во время стажировок, а также у нас есть конкурсы на грант на бесплатное обучение.